Всем привет, ребята! С вами Легасик. Ну что, а сегодня мы поиграем в Dead by Daylight, как говорится, и уже через 2 секунды мы начнем свою катку. Я бы хотел бы спросить, нужно ли ее записывать дальше, нравится ли вам эта игра, что-то я под нее подзабил, что самое интересное, но сейчас я думаю снова возобновить игру. Очень часто обновляют ранги, и я как-то уже забил прокачку за своего чувака, но я увидел обновление медсестры, и я честно, ребят, не понимаю, как выбрать эту сестру, медсестру. В маньяках ее нету, поэтому я пока сейчас выбрал посмотреть, ну, просто поиграть. Может быть, нужно как бы до какого-то ранга дойти или что? Я что-то вот честно не понимаю. Если мы не дойдем до какого-то ранга, тогда мы будем менять тактику. А тактика наша будет заключаться в том, что мы будем играть за какого-нибудь маньяка-пилу. Понимаете? И я постараюсь сделать, чтобы... катки были короткими. Это будет пилотная серия, как и прошлая. Здесь придется иногда ждать. А потом у меня есть кое-какие идеи по паузам. Смотрите, прикольные у него, да? Это как ее... Ой-ой-ой-ой, а здесь пила, да, походу? А почему как-то изменили вид от третьего лица, и он уже бежит сюда, что ли, ко мне? Ой, отстань, пожалуйста, а? Я боюсь как-то тебя на самом деле. Я сейчас не знаю, я, по-моему, даже запустил не в 2К разрешении, хотя спокойно это мог сделать. Ах ты, гаденыш пиликающий. Ну что же ты, заводит он там свою газонокосилку. Но, по-моему, это самый тупой маньяк на самом деле. Как мне кажется. Как мне кажется. Но этот тупой маньяк очень хорошо идет за мной. Он ведь за мной идет, да? Что-то я понять не могу. Я сейчас вот в эти кустики заползу. Отстань от меня, пожалуйста. Ты заколебал заводить свою машину драную. По кому-то попал уже на самом деле. Сколько я буду отходить от него? Наконец-таки я от него убежал. А на самом деле в разрешении Full HD персонаж... Персонажам очень тяжело, на мой взгляд, управлять. Кого-то убило в Вогдомине. Я к Вогдомину иду, да, или что? Во! Бегает он там. Сейчас мы поможем, быстрее. Быстрее идем помогать. Мы нашему пацану. Снимаем с крюка. Тра-та-та-ра-та. Еще вот заюзаем этот. Обыщем в наглую. Вот это я очень наглый парень. Подожди, а там где-то валяется какой-то чувак. Сейчас артефакт возьмем. Быстрее, только надо взять фонарик. Он его защищает, да? Ох ты ж, он ломает. Он защищает. Фига, он в него, он прям в него вшатал. Почему светом он не светится? Вот что мне не нравится. Ладно, иди-ка ты нахрен. Я пошел. Ё-моё! Нифига всандалил! Сейчас того пацана спасут, а меня нет. Давай. Ни хрена он... повесил меня уже. А там меня спасли. Давай, быстрее. Быстрее спасай. Вот это классная игра. Мы друг другу все помогаем на изи. На изи-пизи, лемон-сквизи. Красно. Красно. Но я вижу, что, по-моему, ни хрена не красно. Этот придурок просто пытается везде что-то затворить. Слушайте, может быть, полечим друг друга, а? Пацаны, я думаю, нам пора полечить друг друга. Этот дебилоид идет за мной, кстати. Что на самом деле очень плохо. И он ведь меня сейчас настигнет. Или не настигнет. Или я убежал. Я надеюсь, ребят, что я, конечно же, убежал. Где здесь еще заводить генератор? Я даже ни одного генератора-то свободного не увидел. Пацаны, давайте будем друг друга перевязывать. Меня тоже. Меня тоже, пацаны, вылечить надо. Я ведь ваш пацан. Мы сейчас вылечимся. И нужно спасать еще одну девчушку. Давайте, ребята. Блин, вот эта катка классная. Вот это... Ну эй, хватит мне по щам-то бить. Пойдем спасать. Пойдем спасать. Пойдем попробуем, пацаны, спасти. Вдруг получится. Я думаю, что, конечно, навряд ли у нас получится это сделать. А я один иду, да? Давай.
Где? Спасай! Спасай, пацаны! Знаете, я свечу. Все, я понял, где находится этот, как его? Сюда давай. Надо полечить срочно. Полечить. Давай. Уходи! Чего мы вообще творим? Мы творим полную дичь, ребята. Уйди! Это было жестко. Это было очень жестко. Но, по-моему, я убежал. Надо где-то отсидеться и заводить генераторы. Все, походу, дело мне хана. Чем мы вообще творим? А этот пацан очень классно играет за бензопилу. Я бы сказал, даже офигительно классно. И одного он уже замочил, а мы еще до сих пор не можем замутить и включить генераторы. Вот. Наконец-то хоть один нашел. Давай, надо быстрее включать. Но я думаю, что мы эту катку проиграем. Давно я не играл в эту игру. Что-то мы увлеклись спасением друг друга. Но это выглядело очень, конечно, эпически и очень круто. Бегают там, бегают. Надо заводить, заводить быстрее. Все, поймал он еще одного. Это очень плохо. Заводить генератор надо срочно. А я даже не знаю, где мы можем потом... Ай! Сейчас это сюда пойдет. Быстрее, он его сейчас подцепит. Он что-то не может его подцепить. Но я ведь генератор это не найду. Ну все, ребят, маньяк здесь выиграл 100%. Потому что мы очень глупо все делали. Он думает, что... Подождите. А что он не идет спасать? Что-то я не понял. Опа-на! Я остался один. И он их не трогает. Быстрее. Давай. Быстрее, быстрее. Надо бежать и помочь этому. Пока он этого на кукан посадит. Давай. Быстрее спасаем. Ага, тут долго лечить его надо? Очень долго. Поэтому мы закинем отсюда. Давай! Сейчас меня ударят. Все, ударили. Но мы натворили жесть, конечно. Натворили полную жесть. Но кукан будет этот восстанавливаться или нет? Надо восстановить силы. Что такое восстановить силы? Надо уйти подальше. И восстановить долбанные силы. Быстрее в кусты. В кусты. И восстанавливаем силы. А что такое восстановить силы, я даже не знаю. Сейчас, если он последнего добивает, мы сдохли, да? Что такое восстановить силы? Мы полностью отрегинимся или нет? Он идет сюда, по ходу дела, да? Он идет сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он меня нашел! Да нет! Отстань! Отстань от меня, не надо меня вешать на кукан. Давай попытаемся выбраться. Нет, все, хана. Вот это классно, маньяк. Отыграл, конечно, очень классно. А теперь все будут слышать мой пробел. На, все, отлично. Нас просто закрушило, заломало, перебило. Обалдеть, я сначала думал, этот маньяк дурак. На самом деле, этот маньяк просто очень классный игрок. Вот он нам вообще по всей карте бегал за нами. Принесен в жертву. Ну, конечно, здесь ранги уже намного бодрее, чем были. А я что-нибудь здесь... А, я до... Я нет, я до одной-то набрал, по идее. То есть неплохо, я не лоханулся, значит. Нифига себе, я до одной этой штуки добрал. Это за то, что мы спасали друг друга и непонятно, что творили, да? Прикольно. Я даже не ожидал, что так можно творить. Давайте сейчас различные умения вкатаем. Препаратики, редкие умения, карты. А чё? 8000 не хватает, к сожалению.
Сюда тогда закатаем. Все отлично. Смотрите, я хотел сменить роль и выбрать медсестру. Где она? Почему нету медсестры? Что за проблема? Теперь я тоже хочу за бензопилу. И пока создам лобби и посмотрю, что он вообще умеет делать. Снаряжение. Как выбирать медсестру? Как? Как ее найти? Кровавая паутина. Кровавая паутина. Спасибо. Что мы вообще можем в ней выучить? Прочный запасной железный стержень для длинных цепей бензопилы слегка увеличивает радиус досягаемости атаки бензопилы. Обычный навык. Загадочный ящик. Давай, мне в сторону загадочного ящика. По навыкам у нас, естественно, ничего нету. Ничего нету, все очень плохо. Изменить вид мы можем. Но, подожди. Брутальный скотобойный молот. Офигительно. И больше никаких умений, к сожалению, у меня нету. Вот, а где медсестра? Где новые всякие карты? Что для этого нужно сделать? Вот это я в инвизе ходил, играл. Ну, хочу за бензопилу попробовать затащить. Здесь... А чё? А почему не сработало? Все, допустим. Ну и нормально. Ждем сейчас кого-нибудь, может быть, кто-нибудь зайдет. Но обычно никто не заходит, когда вот так долго ждет. Точнее, надо подольше подождать, чтобы побольше народ заходило. Что у нас по ритуалам? Сломать в общем количестве 9 крюков, вылечить 7 выживших, убить одного выжившего голыми руками, играя за персонажа охотник. Охотник. Ну, можно, конечно, выполнять всякие штуки, но я предпочитаю понять, как же найти нового героя. У нас здесь есть настройки, это понятно, ультры-шмультры, все дела, но в настройках я нового героя точно не найду. То есть, смотрите, сейчас я даже покажу. Я не понимаю, как они находят. Как они находят, ребята, что за дела? Новый контент, вот она, The Last Bridge, Dead by Light, The Last Bridge. Как? Написано, Free Game Update, бесплатный апдейт, доступно в свободном пользовании, трали-вали, дили-дили. Это мы не проходили. И почему-то нету. Очень и очень странно. Тогда нажмем быстрая игра. И попробуем очкарика своего дальше катать. Вы понимаете, с какими я здесь рейтингами вообще играю? Просто даже охреневаю, как я с ними играю. Но это очень интересно, согласитесь. Ну ладно, хотя бы 9-го левела буду. Что я здесь могу еще закинуть? Всякую шляпу ненужную. Вот, кошка, необычное покалывание предупреждает вас о надвигающейся гибели. Вы будете оповещены, когда убийцы посмотрят в вашу сторону. Находясь в радиусе 12 метров, шанс запустить проверку реакции увеличивается на 10%. С уменьшением 10% в зону успеха. Давай. Давай вколотим, батюшка. Ну, короче, в этой игре со временем многое пропустил, но черная футболка, это, конечно, это палево. То есть я не стал ее задрачивать. У меня даже, смотрите, ничего нету в этих... Но быстрая игра злостная штука, конечно. Может быть, успею потом до карты дойти. Старый кусок пергамента из кожи. Редкий предмет, карта. Ага, ясно. Но нам тут не до карты. Может быть, я как-нибудь попадусь напротив медсестры. Или нужно мне было попасть в какой-то бета-тест. Ты чё? Офигеть, да у них рейтинги 1, 5. То есть, насколько прокачанные уже ребята. Хотя мы прошлую игру очень сильно неплохо играли, и я думаю, если мы дальше, сейчас дальше пойдем, то до 19-го, до 18-го можно дойти будет легко, без проблем. Ну что, соберемся с силами, усатый очкастый пердак тоже возьмем в руки и пойдем сейчас к генераторам пытаться их включать. А я думаю, почему такая активная игра? Почему все друг друга спасают? Почему так все хорошо разыгрывается? А потому что это ранги большие, ребят. Очень огромные ранги. Ну что, а мы ждем загрузку. Старую добрую загрузку. В Dead by Daylight она иногда лагала. А вообще я почитал отзывы об игре. Я вообще орнул на самом деле. Там типа симулятор выхода из игры. Вот там все дела. Все дела. Все дела. И типа, знаете, чтобы вы рейтинг не потеряли, то вы просто альта бытесь или альта в 4 нажимаете. И все у вас становится хорошо в этой жизни. Я так понял, здесь не нужно часто бегать. Вот как она, надо тихо манцем играть и все. Давай-ка вот сюда забуримся сразу заводить. Давай быстрее сюда, пошли уже. Не манси, не будь манцовкой. Но мне тяжело, конечно, с такими рейтингами играть на самом деле. У них уже там по 4... По 4 всяких скиллов пассивных прокачано. Вс
Все, уже игра началась. Медсестра, она там умеет телепортироваться. Было бы очень интересно попробовать. Но, увы, ребята, увы, придется играть за очкарика. Я думал, сейчас зайду, опять новый сезон, поиграю чуть-чуть. Возьму медсестру, а тут... Что такое, она пошла дальше? Вот хитрожопая. Сразу уже пошла следующий искать. Здесь нужно аккуратно проходить через эти вороны. Спрятаться вот здесь можно. Подожди, он там идет, да? Блин, я думаю, спрятаться? Нет, я аж залип. Так, что делаем? Дальше идем генератор включать или нет? Здесь можно... Что такое? Мне же так страшно, ё-моё! Где следующий генератор найти? Я бы хотел... Я нашел следующий генератор. Отлично, быстрее вгрызаемся и заводим его. Чиним. Я так понял, здесь не все хотят быстро заводить генераторы. И никто даже, смотрите, все идеально его заводят. Все, еще никто не спалился даже. Сейчас со спины как начнут меня воротить. Я так понял, я один, да, здесь такой генераторный парень. О, уже по одному ударили где-то. Быстрее, пока он за ним будет гоняться, мы должны починить. Починить, поставить, сделать. Нам главное быстрее это реально запить. О, помогай мне, женщина, быстрее. О, одного уже поймали, это очень плохо. Очень плохо. И что-то на кукан его не хотят сажать. Будем его спасать или нет? Что делать-то будем? Хорошая реакция, как говорится. Давай, негритоска! Рожай! Валим отсюда. Валим куда-нибудь на следующую зону. А, и главное, надо потише, по-моему, бегать, насколько я знаю, чтобы не спалиться перед маньячилой, сука! А вот и еще один генератор. Заводим. А почему другие? О, а вот и куканчик. Сейчас он будет, наверное, возле нее бегать. Или я вообще не знаю, что сейчас будет происходить. Но я пока буду за это время чинить генчик. Пожалуй. У меня очень хорошая реакция. Сейчас собирается как бы стак хороших реакций на генератор. Матерь ерёжная. И уже половина генератора запущена. Ну что, я думаю, у нас пол... Ой-ой-ой-ой-ой, это мистер Капкан, одна на Капкан попалась, ёперный кошмар. Нормально, от Капкана одна отвязалась. Но ее поймали, походу, да? Подожди, он ее будет поднимать или нет? Давай попробуем спасти эту чудачку. Вроде пока все хорошо. Давай. Валим отсюда. И вот эту штуку дочинить надо. Все. Ништякес. И у нас еще остался один генератор. Где ты там бежал? Я тебя слышал. Вот этот я хочу доделать генератор. Где он? Вот его аж коребит всего. И там что-то спасли. О. Где последний-то? Последний генератор в доме, и этот мудак идет за мной. Фу, он меня не увидел. Мне повезло. Очень сильно повезло. Не успел я, не успел спасти или успею? Давай. Освободите из капкана. Сваливай. Отлично. Где последний генератор найти? Я прям спасатель Малибу. Так, здесь запущен генератор. Одна уже на земле. Одну чувиху спас. Я уже сам играю на их рейтинге. Я просто подобен им. Ой-ой-ой-ой, на крюкашку посадили. Здесь мы тоже завели, да? Ну, ё-моё, один генератор где-то осталось найти, и все, и мы просто изи выиграли. Но что-то, по ходу дела, мы нифига не изи выиграли. Один труп уже есть.
В долбанном доме по-любому нету генератора. Я же говорил, что нету. А где тогда? Где? А вот и генератор. Здравствуйте. Ё-моё! Да откуда этот долбанный капкан? Нет! Да нет же! Ну чё вы меня бросили? Тихо! Не надо, не трожь меня, падла, не трожь! Выкарабкаться я хочу! Не надо меня в дом только вести! Я не хочу в дом! Нет, ну почему я? Я же хорошо открывал генераторы. Хорошо помогал. Эх, печально. Печальная новость. Иди ищи давай, быстрее. Помогите мне, помогите. Кто-нибудь вообще хочет мне помогать? Походу дела нет. Конечно же, никто мне не хочет помогать. А я вот помогал ведь вам. Я ведь вам помогал. Я был вам как брат. Как брат в очках. Ну, помогите, хоть в чате бы в каком-нибудь написал. Я не хочу помирать. Уйди нафиг. Кошка, кстати, срабатывает, значит, рядом. О! А как же я? А как же я? Он ушел. Ну, ребят, ну вас двое, ну будьте людьми. Ага, он пасет до последнего, уродец. Уродец, и опять я попался. Хотя мог вообще сесть в каком-то ящике, порождать... И выйти, ну да, понятно. Отлично, отлично. И сейчас меня понизят. Хотя должны были повысить. Потому что я все делал правильно и только под конец зафейлил. Под конец зафейлил, а он ерундистика убежала. Ну что, добрался я хотя бы еще до первого крюка или опять все плохо? Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть, господи, чуть-чуть. И обратно скинуло на 20-е. Ну что, сейчас посмотрим. Если мы найдем еще быструю катку, то быстренько начнем. Если нет, тогда, ребят, к сожалению, нет. Давай, быстрая катка. Быстрая катуля. Хоп. Что-то больше пока никого нету. Хоп. Что у нас здесь можно предложить мне? Карта, это, конечно, хорошо. Необычный ящик с инструментами, да? Берем карту тогда. Мы сейчас, наверное, с этой карты и пойдем. Где у нас здесь есть предмет? Карта. О, баночки есть. Вот это есть. И кошак. Все. Что мы можем делать со старым куском карты? Интересно мне знать. Старый кусок карты. Свернут и скреплен бесцветным кожаным шнуром. 20 секунд использования. Матч начинается с одним отслеживаемым генератором. Открывает способность отслеживать генератор в радиусе 8 метров от вас. Интересно. А, ну все нормально. 11, 20, 20. А что там по маньяку? По маньяку не было ничего не показано, да? Эх ты, сраный маньячила. Слегка рассеивает темный туман. Стакается. Хорошо. Будем знать, что он стакается. Да, тяжело, конечно, с чуваками, которые играют маньяками. А более того, хотел бы играть за медсестру. Но нет медсестры. Нету медсестры, при помощи которой я бы телепортировался. Как ее выбрать? Может быть, за маньячилу надо дойти до какого-то уровня? Хотя у меня там один маньячила 5-го, вроде как я понял. Может быть, реально нужно докачаться было до какого-нибудь 10-го? Подскажите, ребята. Хочу играть... медсестрой. Это они правильно делают, что добавляют новых героев? Это они очень правильно делают. Завод страданий. И новые карты не попадаются. О! Бежим. Ясно. Это случайно не медсестра сейчас была? О, все услышали, что я залез сюда. Отвечаю, а вот и медсестра. Она не понимает. Ой-ой-ой-ой-ой. А я-то спрятался.
Вот она летает, какая дикая! Во-во, телепортнулась! Как так делать-то? Как? Я тоже так хочу! Я реально тоже так хочу! Бегать медсестрой, телепортироваться, вы видели, да? Вы видели? Ох, жесткая, конечно, подстава. Давай, запускаем сейчас, надо полечить вон Жольку. Но мне кажется, она не такая опнутая, не такая крутая. Ну что, телепорт есть, где-то подлавливать? Ага, не такая крутая, вон уже первую жертву она уже нашла. А где? Во-о-о, еще рядом есть. Ну что, идем туда? Где-то здесь. На крюк посадила. А, идите нахрен, вороны. Некогда мне тут с вами барагозить. Вон она вообще оттуда может прийти. У меня есть карты, и я знаю, где все генераторы. Быстрее, пацаны. Я знаю, что вы все такие бомжи, не хотите помогать своим жертвам. Они все сейчас сидят и включают генераторы. Вот отвечаю. Просто сидят и включают генераторы. Вот и третий. А сейчас будет еще один. Будет второй. Хопс. Давайте сработаемся. Попробуем все это сделать. Но она может телепортнуться. Это будет выглядеть очень жестко. Хопс. Починить надо, починить. Хопс. Хорошо попало. Давай. Хопс. Еще надо доделать. Пока она поймет. Что, сняли с крюка, что ли? Или все? Крандец. А теперь валим. Валим отсюда. Насколько это возможно. Читаем карту. Здесь нету ни хрена поблизости, ничего. Опс, еще включили. И теперь могу как лошара вообще взять и отсидеться. Кто-то идет за мной, вы слышали? Нету здесь нигде генератора поблизости. И здесь нету нигде. Да где этот долбанный генератор? Какой? Он, наверное, в здании. Инфа то, что он в здании. Там нету, чувак, куда ты побежал? Зря ты так втопил. Ну-ка. Где? Нету. Да что ж ты будешь делать-то? Нигде нету. А где эта тупая медсестра? Вы слышите, как она кричит? Не совсем мне понравилось. Мы сейчас всю карту истратим. Посмотрим, что здесь есть. Но здесь уже включили. Люк бы еще найти. И просто торчать возле этого люка, как все делают. Так, фонарь. Вообще бесполезно. Ну-ка. Нету генератора. Да где ж тебя найти-то, а? Подожди, а эта дура как будет палиться-то? Я вот этого ни одного не понял. Как эта дура будет палиться? Нет. Чё, тихо-тихо, я хотел спрятаться! Страшно же, а? Ну где? Ну нету здесь тоже. Она тоже хочет читать. Ладно, идем. Идем. Где-то там орёт. Или это каркуши орят? Вороны сраные. Вот. Вот. Вот то, что мне надо. Заводим шарманку. А никто, по ходу дела, и не ищет генераторы. Все сидят, кто возле люка, кто возле выхода. Чтобы быстрее свалить отсюда, да? Я правильно понимаю? Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Ты чё делаешь? Чё, она не пошла наверх, что ли?
Ух ты ж, ё, что творит? Вы видели, что она творит? Я, пожалуй, возьму... Пожалуй, возьму эту штуку. Она просто через любые ограждения может уходить и переходить. Но я хочу в этой катке выиграть. Просто хочу выиграть. И она... Самая подстава, да, что у этой медсестры. Она не может наверх перемещаться. А вот и выход. А вот и выход, пацаны. Просто чешем. Валим до выхода. Только сейчас быстрее ворот надо открыть. Давай, пожалуйста. Вот если она сейчас меня по спине убьет, это будет... А вот и она. Ёперный театр. Сука. Все, она меня убила. Нет, да? Нет, да? Она меня убила или нет? Нет! Я же уже отвязался! Как она меня спалила? Да сука! Почему ей так постоянно везет? Что за бред? Почему именно опять я? Почему мне опять так не везет? Да хрен ты меня сейчас спасет. Вон они уже уходят. Все, уже сваливают. Они уже бегут к другому выходу. Но ты допрешь, нет, что они идут к другому выходу. Ага, нет, она... Ну да, конечно, она будет надо мной издеваться. До последнего месить меня. Да, конечно. Сука такая, а. Запалила, запалила его. Ну? Вот тупая дура, а. Да хватит меня бить, тупица. Вон они ее пытаются. Не, смотрите, меня они пытаются спасти. Как же я в конце так глупо вообще побежал на выход. Ой-о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 й. Сопротивление. Представляете, если он сейчас подбежит и... Но нет, все. Это до свидули. Жопа, двоих убила и радостная. По-моему, двоих хватает, да? Убивать. Все, я уже отсюда же не смогу выбежать. Все, это пока. Ну все, тамада, мне кажется, убежит. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И я опять сдох. Но медсестра клевая, конечно. Обнова прикольная. Медсестру добавили. Вот это жестко. Стой, стой, тупица. Все мои пацаны уже сбегут. А он что, типа в люк уйдет, что ли, или как? Она еще и по нему ударила. Она сейчас-то его убьет, что ли? Нет, он убежал. Ну ладно, хотя бы так. Хотя бы так. И опять мне чуть-чуть не хватило до самого выхода. Смотрите, в игре уже очень много стали задротов. То есть игру уже полностью понимают люди. Это я теперь как нубас бегаю. Конечно же, я не поднимусь. Я и последнюю снесли. Ну что, ребят, с вами был Легасик. Вот так вот мы поиграли против медсестры. Всем пока-пока.